Борис Захадер. Дырки в сыре. Скажите, кто испортил сыр? Кто в нем наделал столько дыр? Во всяком случае, не я, поспешно хрюкнул свинья. Загадочно воскликнул гусь, а гадать я не берусь. Овца сказала, чуть не плача, безумно трудная задача. Все непонятно, все туманно. Спросите лучше у барана. Все зло от кошек, произнес, обнюхав сыр, дворовый пес. Как дважды два четыре, от них и дырки в сыре. А кот сердито фыркнул с крыши. Кто точит дырки? Ясно, мыши. Но тут ворону бог принес. Ура! Она решит вопрос. Ведь, как известно, у нее на сыр особое чутье. И вот поручено вороне проверить дело всесторонне. Спеша раскрыть загадку дыр, ворона углубилась в сыр. Вот дырки шире, шире, шире. А где же сыр? Забудь о сыре. Заголосил весь скотный двор. Разбой, грабеж, разор, позор. Взлетела на забор ворона и заявила оскорбленно. Ну, это, знаете ли, придирки. Вас интересовали дырки? Так в чем же дело? Сыр я съела, а дырки все остались целы. На этом был окончен спор. И потому ты до сих пор, увы, никто не знает в мире, откуда все же дырки в сыре?